по чрезвычайной ситуации на Крымском мосту. В результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту. Значит, причины выясняются, на месте работают правоохранительные органы МЧС, соответственно, и службы уполномоченные со стороны Краснодарского края, Минтранс Российской Федерации и Республики Крым. Нет, нет, это не связанное абсолютно событие. Вы знаете, что еще до... Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, это черноморские договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. I am so sorry to say that today Russia has refused to prolong this deal. And this is something very serious that will create a lot of troubles to many people around the world. We, from our side, we will do everything we can through our solidarity lanes in order to make available the Ukrainian grain for the people who eat from it. And I have to blame Russia for this decision, completely unjustified, weaponizing the hunger of the people.